Гуманное умерщвление животных или их стерилизация и возврат на улицы – эти вопросы регулярно поднимают зоозащитники. В Харькове уличных собак отлавливают и помещают на временную передержку. Некоторые животные находят новых хозяев, оставшихся усыпляют. С бездомными кошками дело обстоит немного иначе. Часть из них стерилизуют и выпускают. Собак на улице не возвращают в принципе, лишь под ответственность владельцев. За регулирование численности бездомных псов и котов с 2012 года отвечает Центр обращения с животными. Конфликты вокруг деятельности учреждения возникали неоднократно. Зоозащитники заявляют, КП, по сути, приютом не является. Мы подсчитали, умерщвляется 98% животных. Мы подсчитали, сколько туда поступает животных. 9 тысяч – это только с улиц города Харькова. Дальше они проводят еще коммерческий отлов по промышленным территориям. Это, ну, приблизительно 4-5 тысяч. В Центре обращения с животными рассказывают, в прошлом году отловили с улиц 6 тысяч собак и 2 тысячи кошек. Еще 2 тысячи животных сдали в приют сами харьковчане. При этом новых хозяев удалось найти лишь 500 псам и котам. В учреждении уверяют, что делают для пристройства животных все возможное. Проводят различные акции, воскресные выгулы бездомных собак. Большое количество животных остается содержаться у нас в приюте и ждет своих хозяев. Часть животных было гуманно усыплено. То есть говорить о том, что... Из отловленных, если отнять количество пристроенных, это не значит, что остальные были усыплены. Для собак закон не предусматривает наличие бродячих собак на территории населенных пунктов. Закон Украины о защите животных от жестокого обращения. Ни процент, ни количество животных, которых подвергают эвтаназии, руководитель КП не называет. Заявляет, предприятие таких подсчетов не ведет и озвучивать цифры не обязано, так как усыпляются псы и коты за средства, вырученные от хозяйственной деятельности. Бюджетное финансирование, по словам руководителя предприятия, направляется на строительство приюта, зарплаты сотрудникам и оплату коммунальных услуг. На коммунальное предприятие выделено больше 116 миллионов гривен. То есть на финансирование и на строительство. Значит, когда выделялись деньги на строительство, то в решении горсовета было прописано на будівництво притулку. Что такое притулок? Притулок – це не прибуткова установа. А коммунальное предприятие имеет своей целью получение прибыли. По данным зоозащитников, общий бюджет предприятия на этот год составит 9 миллионов гривен. Из них на медикаменты направят лишь до 70 тысяч. На 2017 год заложено более 6 миллионов на осуществление отлова домашних животных. Это уже включает в себя, как сказали зоозащитники, отлов, их кормление в течение 7 дней и дальнейшая эвтаназия. Я ознакомилась с законом Украины о защите животных от жестокого обращения. И эвтаназия животных допускается только в том случае, когда регулирование численности невозможно методом биостерилизации. Зоозащитники говорят, КП должно было бы больше способствовать тому, чтобы харьковчане стерилизовали своих животных. В то же время в учреждении эта услуга является платной, а для малообеспеченных горожан предоставляется по льготной цене. Забрать кошку или собаку из приюта стоит до 200 гривен. В стоимость включены ветобработка и прививка от бешенства. Также предприятие получает прибыль от регистрации животных и оказания ветеринарных услуг по ценам ниже, чем в частных ветклиниках. Общественники разместили на сайте горсовета петицию. В ней требуют уволить директора предприятия и назначить на эту должность представителя зоозащитной организации. Кроме того, создать на базе КП службу спасения и центр стерилизации. Юлия Шиповалова заявляет, деятельность зоозащитников лишь мешает пристройству животных. Сейчас в приюте находится около 1500 кошек и собак. Он переполнен. Мы очень надеемся, что больше людей будет их забирать. А вот эта работа, которую проводят наши зоозащитники, антиреклама, они делают абсолютно все, чтобы отвернулись люди от приюта. Очень много проверок было инициировано именно по заявлениям вот этих зоозащитников, которые сегодня собирают подписи под петицией. Что я хочу сказать? То есть если разделить эту всю цифру на время, то получается, что каждый месяц нас кто-то проверял из уполномоченных органов. Никогда, ни при одной проверке, никаких существенных нарушений выявлено не было. За 20 дней под обращением общественников подписались более 2000 человек. Для того, чтобы на петицию ответил мэр, она должна набрать минимум 5000 голосов до середины апреля. Елена Нагорная, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».